МИД Турции вручил ноты протеста послам ФРГ и Франции в Анкаре в связи с митингами сторонников рабочей партии Курдистана в этих странах, сообщил Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Анкара требует запрета на проведение подобных акций. Чавушоглу отметил, что разногласия по вопросу принятия в НАТО Швеции и Финляндии касаются в том числе и поддержки этими государствами деятельности РПК. Турция требует прекратить деятельность организации в этих странах. Напомним, послы Финляндии и Швеции при НАТО 18 мая вручили генсеку Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их государств в альянс. В тот же день президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что в Анкаре не поддержат принятие в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям, в частности к РПК.